На, обойдем. Назад нажимай. Опять остановилась, и потом вперед. Поняла, серединка, то можете покататься вместе с ней. Поменьше нет? Да пойди сама покатается. Не боишься? Так. Сейчас я разменяю, ладно? Я включу тебя, давай. Давай, вперед. Ого! А рулить-то надо, наверное, Ксюш? Ну да. Помаши ручкой. Ну и чё? Как маленькая прям. Ксюш, не наесть вон на препятствие. А? Что-то какая-то она не очень интересная, да? Ну, подпишись ее. Я тебя снимаю. Даже всем привет. Привет. Мы на канале Детландия, да? А Ксюша, всем привет, катаешься в торговом центре. О, смотри, какая игровая комната. Можем сюда пойти. А здесь сколько? Поворачивай уже всю куда-нибудь. Давай, вот прям, вокруг. Давай вокруг вот так вот это вернёшь. А вы сколько спасать? Можно. О, вы либо сюда вот, да? Ой! Ладно. Задний ход! Там можно? Можно. Сколько сказать. Килограмм? Не знаю. Костя, мне кажется, она сейчас вас не увезет. Папа в помощь. Сел. Это вообще, я не знаю. Вау. Бедная лошадка. Вот, она даже по-другому начала звучать. Ну, да, это как подсевшая. Ага. Привет! 10 минуточек, да? 200 рублей вот на такой фигне покататься. Что там еще есть? Да. Интересно? А так по торговому центру было бы прикольно, да, ездить, а не ходить. А так машинку взял в торговый центр, пришел, ездить. Ну да. Вон машинки стоят. Все, что ли? Все, пошли. Накаталась уже. А где папа-то? А это что нужно сделать? Собрать ведро, что ли? Да. Не знаю. А где папа у нас? Сколько это будет? Собрать ведро она хочет. Ведро хочет собрать, шарики. Ой, слушай, мы сейчас что будем? По 200 сотки будем вообще на какую-то фигню собирать. Пошли в аттракционную комнату быстро. Рыбалка. Вон, смотри, сколько всего там. Сейчас ей нафиг эта комната не нужна будет. Ой, Ксюш, нет, это для взрослых. Такая ерунда. Пошли, все в аттракционный комнат. Ксюша, все, мы тебя сейчас закроем в комнате. Мама!
Всем привет, ага. Сегодня у нас детский праздник, да? 1 июня, День защиты детей. Все для Ксюши называется. Ксюша, ну все, давай, пока. Иди играй. Все, как поигралась? Хорошо? Иди сюда, пока играй. Вот сюда пока, вот в эту иди играй. Чего? Что такое? Иди играй. В двери вон заходи. Где Ксюша? Вон она. Вон она, Ксюша. Да-да, разуваться, разуваться там, ага. Развивайся, развивайся. Ну ты отстегивай, ты чё, порвёшь туфли-то? Мой папа прислал. Вон папа. Ну иди маленько поиграй, пойдём. Ксюша! Ну, сказали, мне капли. Так и там все мокро, за стороны парка, все эти аттракционы, они же везде мокрющие. А они же все мокрые. Катись! Я не хочу, Центральный парк. Пойдем миньоны смотреть и Пикачу. Ну-ка, ну-ка. Сейчас добрый день всем, кто слышит наш саундчек. Буквально через несколько минут мы начинаем в центральном атриуме ТРЦ «Аура». Главный праздник этого дня – День защиты детей. Приглашаем всех мальчишек, девчонок, их родителей, а также тех, кто когда-то был маленьким. Деньги суют. Вы что ему деньги посылают? За что ему деньги суют? Деньги какие-то там тысячи. Ну, ты не настоящие, наверное. Засунули ему такую какую-то карман. Или настоящие. Вытащи, говорит. Так, а вот Пикачу. Она опять уже убежала. Я за Ксюшу. Ну-ка. Пикачу. Где она? Тоже прицепилась, как мальчишки или что-то? Ксюш, ты чего зацепилась? Оторвете руки сейчас ему? Руки оторвете? Все,
здесь красиво рисуют, а в ауре что-то как-то так начали, как-то не очень. У девочек смотрела. Кошечка сейчас будет такая красивая. У тебя бровки рисуют. Ничего себе. Здорово. А есть еще какими-то просто сухими, да? Как, ну, сухими какими-то, типа, как тенями красят. Может быть, есть, но это аквагрим. А это аква, ага. Краска на основе воды, она гипоаллергенная и очень не посыпается. Что такая кошечка ходить будет? Смотри, Костя. Она очаровательная, эта кошечка. Отсвечивает, плохо видно. Ну-ка, смотри, какие там рисунки. Вот, вот такой она будет. Вот такой. Смешная. Ух ты, блестки. Ну-ка. Ух ты, какая блескучая. Кошечка. Чик. Чик. И все. Ку-ку. Котенок, ты бы себя видела. Носик. Ой, губы-то любимый красный цвет. Ну, да не ради губ, а ради киски. И она просто ее дома потом смыть и все, да? Ага. Бантик сейчас не будет, да? Ага, бантик. Ничего себе, ты какая цветная будешь сейчас ходить. Будешь идти, все будут завидовать. Такая кошечка хорошенькая. Котеночек. Класс. Ну, тут он что-то мочит. Скорпион, да? Да. Не увидела, пусть сразу. Ух ты. Скорпионище. О, черная кантовочка. О, как жарко стало. Опа, там полетела, ветра, ага. Смотрите, какие блестки полетели. Котеночек. Все почти закончен? Да, сейчас на перекрасили. Костя дал деньги?
Нет еще? О, любимые стразики. Сюша? Мяу, мяу, мяу. Мама засохла. Да? Стянула лицо, да? Все. Смотри. Че? Красиво. Ну-ка, посмотри на меня. Мяу, скажи, мяу. Мяу. Она такая подошла ко мне, так что делать. Тешься, она стягивает. Пойдем. Мам, я хочу на гусеницу. На гусеницу? Да. Пойдем. С папой. Пойдем. Нет. Ну, что хотела, получила? Или ты хотела что-нибудь другое? Пойди. Нормально? Котеночек. Котеночек, ну-ка глянь на меня. О, мы побежали на гусеницу. Ксюша, подожди. Поедешь на семейку? А? Слушай, семейный. Ты там можешь фоткать прям. На чем? На гусенице, что ли? Да. Где она? Все, уже побежала. Все, я улыбаюсь. Котенок. Эй, котенок. Что, на гусенице пойдем? Да. Надо билет купить, Ксюш. Ксюша! Давай цепляйся хорошо и держись. А то я волнуюсь. Аня, Аня, обнимайся, а не хочешь ехать вот это вот. Давай, только держись. Вот так, умнички. Да. Если страшно, просто ори или глаза закрывай. А вообще ты Ксюша! 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 Помаши ручкой! Отдал билет? Семейный мы не подходим, больше 150 сантиметров. Она растет, потому что сильно где-то быстро. Но. В прошлом году. Да мы уже 116 размер-то у нас. Мы хотели под маленькую ее, да? Ага. Провести. Не получилось. Ну, она сейчас поедет так быстро, мне прям страшно, она да одна. Ну, ой. Она катала. Не одна же? Не одна. Надо потом на какой-нибудь втроем поехать, да? На лодке можно. На лодке неинтересно. Ксюша! Баба Люда, смотри! Давай там не бойся! Держись! Я вам все скину, там камера. И головой там не крути. Анька, поняла, держишь? Аня. Анька, держишь? Молодец. Сейчас еще вон девушка будет. Еще одна. Сейчас сядет и поедете. Ага, вон, все, последнюю сажу. А ты крепко-крепко держишь. Все, давай, маши ручкой. Я пошла там подходить. Ага, ага, не слышу. Все, пока, пока. Ксюша. Баба Люда. Ой. Поехали. Где Ксюша? Вон она машет. Сейчас они резко-резко прям поедут. Страшно, да. Ой, мамочка. А, со второго круга, наверное. Не, вот здесь, внизу. А, да, вниз они сейчас. Да, я там внизу. Да страшно все равно. О, мамочка! Полетели!
Таки разрезка. Остановились. Вон на себе. Три раза вроде бы. А не знаю. Все это как гусеница смешная. Зубищи такие гусеницы. Мальчик, что ли? Да. Баба Люда, которая орёт? Ну да. Сейчас и мальчики есть такие. С такими прическами. Смешными. Нападение гусениц. Она специально, да, так? И почему там вон вишет, который цепь тянет вверх? Ой, такая страшная вообще, я такое чувствую, что советских времен и прям это. Ну да, она, наверное, советских времен и есть. Такая все страшная, страшная. Не, в советские времена таких нет. Ну не знаю, она старая какая-то. Страшная. Все, последний. Ю-ху! Привет, Ксюша! Решили у нас покататься на гондолах. Гондола, да, называется? Ну чё, греби, раз хотела. Два круга, да? Такая. Нет, это вообще ужасно. Вообще не знаю, как на ней кататься. Американские горки. Ой, мама. Кошмар. А Степан держится два круга, он не пускает. Попугай, смотри, попугай. Ксюша. Что надо сказать? До свидания. Что нравится? Чем какие-то эти американские горки, да? Страшные. Точно!
точно? Ксюша, тебе точно надо в Таиланд куда-нибудь? Или на остров Хайнань? Грести гондол. Умничка моя. Котики рулят, да? Котики рулят. Еще один круг. Хочешь еще один круг? А. О, сейчас будут падать. А ей нравится. Она же у нас это, амазонка. Ей нравится такое, вот такие развлечения. Там видишь, он помогает это бурлить. Вон там, вон. А, да. Ну видишь, они двигаются. Круг доделывает, молодец. Такая спокойная, да, от всех этих криков. Я, наверное, с собой ее отдыхать возьму в этом году. Куда? Куда, в Крым. Куда? Со мной поедет. Я хочу с Ксюшей поехать. Мне на дом давай, потом в Крым. Нет, так не получится. Дом, потому что позже будет. Зимой уже. Привет! Привет, привет, привет! Тихо, что понравилось? Да! Прикольно. Пошли дальше. Кидать, это как называется? Она сейчас Ксюша будет кидать. Что, это что, 100 рублей, да? Шар, и что тут получается? Два попадешь, вот это, да, подарок? Да, конечно. Три? Другой подарок. Давай, Ксюша, Ксю. Другой. Ну-ка. А! Ух ты, молодец. Вот так. Давай. Молодец. Ух ты. Три. Четыре. А ты говоришь, что не попадет. Ого. Четыре раза аж целых. Выбирай, где четыре нарисовано. Выбирай подарок. Вот по всему низу, да, четверочка? Да, да, да. По всему низу, Ксюша, ну вот какую-то игрушку выбирай. Нет, не здесь. Так, Ксюша, зачем тебе вон там-то четыре? Смотри, что здесь, бычок, ну-ка. Мячик. Машинки, телефон. Дочка, давай, выбирай другим домой. Миньон телефон. Вон миньон телефон. Вон. А что? А что ты хочешь? А вот какая-то. Вот упала. Я подниму потом. Ну берите что? Смотри, Ксюша, вот есть. Смотри. Это тоже она? Ой, я хочу вот эту. Забирай. Все. А можно? Спрашивай. Сколько стоит? 100 рублей. Пойдем. Держи. Кто это такой? Посад. Алло, алло. Ты? Ты только не вставай ногами, пожалуйста, на асфальт. Вот туда вот, да. Ну чё? Давай, путь. Да? Сколько минут? 10. 10 минут. Ксюша! Девочки, Соня и Лиза, выходим. Можно покушать? Нет, нет, ветерок, Ксюш. Холодно. Давай, давай. Давай. Ох, осторожно. Ну, да.
что, я же говорю, поела, не надо было есть. На полный желудок полезла. Эй, устала что ли? Где она? С какой стороны вон она? Из норки кошечка вылазит. Оп, пропала. Ну тоже еще горка, я понимаю, горка. Не, ну та, это такая нормальная, не то, что там большущая. А зачем через сетку-то снимаешь? А? Через сетку зачем снимаешь? А как? Ну там снимаю. Ну там не видно снизу. Ну я не могу. Ну вот отсюда вот. Где она? Ксюша! Чик! Не знаю, где это. Вижу, вот оно. Смотри, он твой старый этот. Старый корабль. Ого, ты что так прыгаешь? Не вижу, видно ее, нет камня. А, вот оно. Удобно, да? А! Давай, давай! Ого! Ну повернись. Что такое невеселое? Ставь лайк и подписывайся на канал Дядя. Всем пока. Все, что ли? Ну все, пока. Пока.